Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Юлия Пересильд умудрилась выходить на сцену, будучи больной. Популярную актрису доставили в больницу прямо из театра. Юлия Пересильд, как и другие, находится на карантине из-за бушующей в стране пандемии коронавируса. Многие находят плюсы в самоизоляции. Дескать, наконец появилась уважительная причина остаться дома и заняться семейными и прочими делами, на которые обычно не хватало времени из-за плотного рабочего графика. Из-за отсутствия работы кто-то наконец смог добраться до книг, пылящихся на полке, кто-то с головой погрузился в готовку, кто-то плотно занялся воспитанием детей. Расслабилась и актриса Юлия Пересильд. При этом, отметила в интервью артистка, она из тех, кто работает, будучи на последнем издыхании. Однажды актриса на ногах перенесла тяжелое заболевание. Тогда Юлия Пересильд участвовала в концерте, ей приходилось выходить на сцену с температурой 40. В итоге ее госпитализировали прямо из театра. «Меня посмотрели, сказали, что уже неделю я хожу с пиелонефритом, и нужно ложиться в стационар на 2 недели», — сообщила артистка. Разумеется, больница не входила в планы Юлии Пересильд. Тогда медики поставили ей жесткий ультиматум. «Окей, сказали мне, тогда пишите заявление, что вы отказываетесь от госпитализации, но в случае летального исхода ни вы, ни ваши родные не будут иметь претензий», — рассказала актриса. Как отметила Юлия Пересильд, только слова о летальном исходе убедили ее все же лечь в больницу. «Оказалось, что все возможно, когда речь идет о здоровье», — цитирует актрису 7 дней. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.